Всем привет! Вы на канале Гараж28. Сегодня у нас очередная распаковочка. И в конце видео сегодня будет небольшое объявление. Итак, на очереди 4 посылки. Все очень маленькие, особо ничего интересного нету. Все их ждал, ну, кроме вот этой, очень долго. Итак, не будем тянуть, распаковываем. В первой посылочке у меня микрофон. Это такая петличка. Повторно себе резервную заказал. Потому что надоело с гаража домой таскать петличку. Мало ли, иногда, кто часто смотрит мои распаковки, приходилось распаковываться дома. Дома, кстати, как-то не так удобно распаковываться, чем в гараже. В общем, как обычно, цены я расскажу и сроки доставки в конце. Сейчас просто распаковываем. Итак, это обычная петличка с джеком четырехконтактным 3,5 мм с прищепкой для крепления к одежде. Сейчас покажу свою петличку. Это моя старая петличка. Я ее оставлю в гараже. А эту унесу домой. Будет, во-первых, резервная. Во-вторых, не надо будет таскать с гаража, повторюсь, домой. То есть я всегда буду знать, что у меня дома микрофон. Если что, буду писаться на нее. Здесь еще дополнительная у меня такая поролоновая насадочка. С ней, кстати, меньше шумов. Это вот высокочастотных записывается от вентиляторов. У меня же открытая сборка в гараже компьютера. И там, получается, постоянно работают 4 вентилятора. И при нынешнем телефоне, вот этот Xiaomi Redmi Note 5, он намного лучше записывает звук. И это, получается, так сказать, недостатком вон для меня, потому что вот этот небольшой вой от вентиляторов компьютерных записывает сам телефон. И мне при монтаже постоянно приходится высокие частоты немножко убавлять. Ну, не немножко, порядка там почти все, что выше 10 кГц, я обычно отрезаю. Итак, продолжим. Петличку в сторону, пакетик в сторону. В порядке получения будем. Здесь какой-то плата-модуль. Полагаю, что здесь ардуиновский микрофон. Да, он самый. Вскрывать его не буду пока. Трехконтактный. О нем сейчас толком ничего не скажу. Я его планировал, заказывал. Он очень долго шел, наверное, больше 2 месяцев. Честно говоря, у меня уже пропало желание делать тот проект. Это была небольшая А, кстати, сохраню интригу. Короче, не буду рассказывать, для чего. Здесь у нас Wi-Fi адаптер. Такой вот Wi-Fi адаптер с антенкой, с USB интерфейсом. Он идет как дополнение для ТВ-приставки. Я недавно заказывал ТВ-приставку. На данный момент этот обзор не вышел, потому что я сделал распаковку приставки. Далее хотел снять продолжение уже к подключенному телевизору, кстати. Но приставка покупалась маме, плюс антенна. Антенну, кстати, в распаковках вы видели, такая прямоугольная, тоненькая, с тремя, по-моему, наклейками двухстороннего скотча. В общем, приставка установлена у мамы, подключена к тому самому телевизору Deo, который я ремонтировал. И вот единственное, о чем мне для обзора тогда не хватило, это вот этой антенны. Если получится, то обзор потом будет вместе с распаковкой, как бы задним числом. Ну, тут рассказывать нечего, что она. Говорят, в описании было написано к этому товару, что она подходит и для компьютеров, работает как обычный Wi-Fi роутер. Воткнул обычный Xiaomi роутер в приставку, приставка его не увидела. То есть в комплекте написано у продавца, нужно было заказывать именно эту антенну. Жалко, не догадался сразу. Как обычно, хорошая мысля приходит опосля. И последняя посылочка. Здесь ATX-тестер. Многие, наверное, у компьютерных обзорщиков их уже видели. Меня что-то сначала жаба задушила. Думаю, да как так, нафиг он нужен. Зеленый с черным замкнул, проверил напряжение, блок питания запустился и все. Но потом все-таки что-то думал и решил заказать. Думаю, ну что там, что-то в районе 500 или 600 рублей он стоит. Такой вот тестер. Его мы, в принципе, сейчас и проверим даже. Так, что у нас здесь есть? Это ATX24. Это Molex4. И питание процессора 8-пинки, да? И здесь старый вот такой еще. Он не Molex, я не помню, как называется. На дисководах, на флопиках был такой. И некоторые даже вентиляторы, по-моему, сюда подходят. Итак, давайте его проверим. Также сейчас переткну гарнитурку, и с данного момента все остальное видео будет писаться на другую гарнитуру. Вот на эту, которую только что получили. Итак, запись идет на новую гарнитуру. Блок питания подключен. Включаем питание. Здесь всего лишь ATX20.
Блок питания заработал, вентилятор дует, показывает отсутствие 12-вольтной линии, потому что молекс не воткнут. Втыкаем молекс, индикаторы загорелись, плюс 12 вольт, плюс 5 вольт, и он не видит дежурки 3,3 вольта. Так, также проверим вот этот разъемчик. Давайте попробуем другой блок питания. Итак, на этом блоке питания уже ATX24. Полностью собираем разъемчик и втыкаем. Также, я так понял, сюда можно SATU подать. Так, вот даже есть для 4-пинового разъема. Вот, наконец-то замолк. То есть это питание процессора, 4 пин можно проверять. 8 пин тоже. У меня, кстати, нет таких материнок с 8 пинками, но они мне попадались. Но именно у меня во владении такого нету. Итак, что тут видно? Минус 12 вольт, плюс 12 вольт показывает. На минус 12 и 11,7. На плюс 12 12,6. 5-вольтная линия 5, 4,9 иногда промелькивает. Тут еще 5-вольтная линия 4,9, 12-вольтная другая линия 12,6 и 3,3 вольта дежурка. В принципе, очень удобная вещь, чем промеряться действительно щупами. Можно просто воткнуть, тут даже не надо никакую кнопку пуск нажимать, чтобы имитировать зеленый с черным замыкание. В общем, такая вот приблуда. И теперь давайте по ценам пробежимся. Итак, ребята, в общем, подключал телефон, потому что на компе не посмотреть Алишку. Комп до сих пор еще не восстановился. Сейчас винда обновляется. Смотрел через телефон все сроки поставки и цены. Итак, начнем в обратном порядке. Значит, ATX-тестер для компьютерных блоков питания. Стоимость 325 рублей. Странно. По-моему, мне казалось, он дороже был. Возможно, я не заметил доставку. Если что, в описании будет исправление. Сейчас уж не буду прерывать запись, чтобы опять в телефоне лазать. То есть у меня показывается в долларах $5.02. В пересчете на рубли 325 рублей получается. Заказывал я его 4 апреля. Сегодня у нас 26 апреля. То есть получается, он шел всего 22 дня. Считаю, доставочка довольно быстрая. Дальше. Wi-Fi адаптер был заказан 25 марта. Пришел тоже, по-моему, на прошлой недельке. Получается приблизительно месяц. Чуть меньше даже. Дальше микрофон. Вот эта петличка стоит всего 92 рубля. Шла она 2 месяца и полмесяца у меня валялась. Заказывал ее 10 февраля. То есть март, апрель полностью. Где-то в начале, в десятых числах также я ее получил вместе с микрофоном ардуиновским. И они ждали у меня как бы, ну глупо, две посылки такие вот маленькие. Такие вот маленькие две посылки, глупо вскрывать. Поэтому я дождался еще немножко товаров и решил все сразу вскрыть. Так, повторюсь, петличка 92 рубля, доставка 2 месяца. И микрофон для Arduino проектов 79 рублей, грубо говоря 80, тоже доставка 2 месяца. Такая вот распаковочка, такие вот товары. И теперь объявление. Надеюсь, что сегодня я успею закончить это видео. Если вы сейчас это смотрите, значит, я все-таки успел. И объявление в том, что сегодня пятница, кровь из носа, мне нужно это видео выпустить именно сегодня. Возможно, я его выложу ночью на субботу, на завтра. Тем не менее, завтра у нас тут в гараже намечается небольшое пати, так сказать, корпоратив. Один из старых коллег решил устроить турнир по домино. У нас вся бригада очень любит играть в домино. В свое время мы играли. Сейчас там гайки затянули, времени рабочего нет. И, в общем, мы уже давненько, уже около года не играем. Ребята эти уже разошлись, работают в других конторах. В общем, ребята что-то как-то там скооперировались и решили устроить турнир по домино. А так как особо собираться негде, кроме как у меня в гараже, будем проводить этот турнир у меня в гараже. Под шумок у нас тут будут шашлычки. И я под шумок думаю все это дело застримить. Завтра ориентировочно в час мы собираемся. Ну и как настроится аппаратура, не подкачает ли меня модем, хватит ли скорости передачи для прямой трансляции. В общем, завтра все будет сделано тяп-ляп, абы завестись, абы хоть как-то попытаться сделать видеосъемку. В общем, кому интересно, или кто даже просто хочет посмотреть, во что все это выльется, или поржать, возможно, тут будут какие-то неадекватные ситуации, пьяные, не знаю. В общем, все будет вживую, все будет не наиграно. Я думаю, через час, полтора, два все забудут вообще, что ведется трансляция. В общем, заходите на стрим, смотрите, что получится.
пишите комментарии. Надеюсь, я завтра успею еще подоткнуть ноутбук и как бы с другого интернета уже смотреть, что там получается в стриме. В общем, вот такие новости. Еще раз, приглашаю завтра всех на стрим. Это будет суббота, 27 апреля, приблизительно вторая половина дня. То есть, наверное, с часу, с двух, где-то вот так все это дело запустится. По количеству участников где-то ориентировочно 7 человек должно быть. И, как всегда, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе новых видеороликов на канале. И, кстати, сегодня, прямо с утра, я отправил Мурку письмо, Мэдди Мурку. Я, по-моему, говорил в одном, да, упоминал в видеоролике по гаражному компьютеру, что у меня куча всякого хлама собралась компьютерного, который, по сути, деть некуда, и быстрее всего я отправлю все это Мурку. Сегодня он, кстати, стримится, вот прямо сейчас в онлайне. Я тут что-то часиков 6 заходил к нему на стрим, пытался в чате до него достучаться, так и не получилось. Очень много сообщений, там порядка 500 человек, все что-то флудят. И он так мельком сказал, что у него на почте 50 плюс писем лежит, 54, что ли. Я так понял, что он довольно не скоро еще прочитает мое письмо. В общем, надеюсь, он ответит взаимностью, даст мне адрес, и я ему вышлю все это дело. Ну, как бы в письме ему написал, что я был бы очень рад, если бы он как бы на своем канале просто упомянул о моем канале. Но это я оставил на его усмотрение. Это, можно сказать, попытка пиара. Но, с другой стороны, если он откажет мне в этом взаимодействии, все равно я ему написал, что я прошу выслать адрес, и посылка все равно пойдет, и, возможно, даже не одна. Потому что, ну, мне есть от чего избавиться, тупо вынести все это на помойку. Старая советская душа не позволяет, потому что я, так сказать, старьевщик, хламьевщик, плюшкин. Я все тащу в гараж, все это лежит тут годами, даже некоторые вещи лежат десятилетиями. И все, жаба душит это все выкинуть. Опять отвлекся. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. И не забудьте про стрим.